Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Стакан холодного домашнего лимонада в жаркий день – это настоящее спасение от жары. Вкусный, освежающий и жаждоутоляющий напиток. Его предельно просто приготовить в домашних условиях, ведь для этого нужны только лимон, апельсин, сахар и вода. Но чтобы лимонад действительно утолял жажду, а не был приторно-сладким, важно соблюдать пропорции. Лимон и апельсин должны быть одинакового среднего размера. Воду кипятим и добавляем в нее сахар. Перемешиваем. Даем остыть при комнатной температуре. Количество сахара можно изменять по своему вкусу. Снимаем с лимона цедру. Делать это следует аккуратно, чтобы не снять белую часть кожицы, иначе будет горчить. У апельсина также снимаем цедру, но только с половины фрукта. В остывшую воду отправляем цедру. Теперь покажу, как я выжимаю сок из лимона без соковыжималки. Лимон кладем на стол, слегка прижимаем рукой и катаем со стороны в сторону. Переворачиваем и снова прижимаем. Не бойтесь, кожура у лимона крепкая, не лопнет. Главное не сильно давить. Когда фрукт станет мягким, разрезаем его пополам. Делаем небольшие надрезы ножом и выжимаем сок. Как видите, делается это легко. Точно таким образом выдавливаем сок из апельсина. Теперь содержимое миски отправляем в бутылку, а затем в холодильник. Лимонаду обязательно нужно настояться и охладиться, так он намного вкуснее. Отправляем в холодильник минимум на 1 час. По истечении времени процеживаем. Цедра уже передала свои ароматы напитку, и больше она не нужна. Для подачи я макаю горлышко стакана лимоном, затем в сахар, наливаю лимонад и украшаю листиком мяты. При желании можно добавить еще лед. И главный плюс, после него не хочется пить, как после обычной газированной сладкой воды, когда пьешь и хочется еще и еще. Такой лимонад действительно утоляет жажду. Друзья, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк. Пишите свои комментарии, отзывы в описании под видео. И не забудьте подписаться на канал. Впереди еще много интересных рецептов. Всем приятного аппетита!